Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что в Даугавпилсе должна быть школа, где учеба проходит только на латышском языке. С министром образования Анитой Мужнеце они договорились, что вторым иностранным языком в школе не может быть русский. На прошлой неделе прозвучала идея, что в числе прочих школ в Даугавпилсе реорганизуют и 12-ю среднюю. Единственную в городе, где обучение происходит только на латышском. Мы находимся в Европейском Союзе, поэтому логично, что иностранный язык должен быть из страны Евросоюза. Конечно, это английский. Как второй иностранный – французский, немецкий, итальянский, испанский. Думаю, это невозможно к 1 сентября этого года, потому что у нас просто нет учителей. Очень важно, чтобы Даугавпилс больше, чем любой другой город, заботился о том, чтобы среда стала более латышской. Город должен думать не о том, как укрепить учебные программы национальных меньшинств, а о том, как интегрировать каждого ребенка в латышскую среду.